Телеграм-канал администрации «Вести» с Дворянской сообщает о временном ограничении движения транспорта в связи с проведением мероприятий, посвященных 130-летию Самарской исторической мечети. 1 октября с полуночи до 17 часов будет ограничен проезд транспорта по улице Алексея Толстого на участке от улицы Венцика до Ленинградской. Также на этом участке с 18.00 30 сентября до 17.00 1 октября будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств. В Кировском районе Самары 1 и 2 октября будет работать муниципальная ярмарка в формате торговли с автомашин. С 8.00 до 20 часов самарцам будет доступен широкий ассортимент товаров высокого качества по низким ценам, включая сельскохозяйственную продукцию. Ярмарка будет работать по адресу улицы Победы, 115А. Также товары местных сельхозпроизводителей можно приобрести на круглогодичной ярмарке в Железнодорожном районе на пересечении улиц Киевской и Тухачевского и на ярмарке выходного дня в поселке Мехзавод у ДК «Октябрь». Как поступить в той или иной сложной жизненной ситуации? К кому обратиться за помощью и поддержкой? Для таких случаев, когда не хочется делиться своими переживаниями с друзьями или близкими, работает телефон доверия, напоминает телеграм-канал Департамента опеки и попечительства соцподдержки Самары. Если вам плохо и нужна помощь, звоните. Вам обязательно помогут. Телефоны 8 800 121 15 для взрослых и 8 800 2122 для детей. 27 сентября в России отмечают День воспитателя и всех дошкольных работников. Он был учрежден по инициативе российских педагогических изданий в 2004 году. Администрация Красногринского района Самары в своем телеграм-канале поздравляет работников и ветеранов дошкольного образования. Примите искренние и сердечные поздравления с профессиональным праздником. Днем воспитателя и всех дошкольных работников. От души желаем, чтобы в ваших коллективах царили мир и согласие, крепкого здоровья, счастья, удач и благополучия вам и вашим близким. Пишут авторы канала.